Всем привет, с вами Кемпер, и это наш седьмой летсплей по выживанию на острове. Так, ну вот, я нашел тут хорошую пещерку, уже нашел 7 железной руды, извините, что без вас. Черт, мне нужен уголь и дерево. Так, отлично, я сейчас с кусочком сделаю палочки. Извините, что мы играем без модов. Стоп. Давайте я к вам ведусь, когда лаги закончатся. Ну вот, вроде бы закончились. Так, ну что ж. Ух ты ж, золото! Как я его мог не заметить. Сейчас мы так поскакали дальше. Да, круто. Кто... Так, теперь у меня тут такая просьба. Кто любит Майнкрафт и его вообще всей душой обожает, подпишитесь на канал. И тогда у нас появится первый мод. Ну, не то, что я вас заставляю подписаться, но просто будет первый мод. Я вот уже закачал там один мод, но мне надо его еще образовать как-то. Не в том смысле, что я не умею их закачивать, а в том смысле, что я уже давно их не закачивал и забыл, как закачивать. То щер как-то, или как там вот этот чит, что справа стоит, я же как-то закачал. Когда-то было давно. Так, ну что ж, черт. Ладно, давайте я вам вернусь, когда я найду еще следующую руду, куда полезную. И я снова тут, как тут, и вот, кстати, забыл вам представить, мой скин навсегда, Агронаут. Так, теперь, извините, что я играю на мирное, но я не люблю пугаться. Лайк, те, кто не любит пугаться. Нет, вот просто в этих шахтах я не люблю, тут зомби, пауки пугают, я этого ненавижу просто, они просто меня убивают. Я ненавижу в Майнкрафте умирать. Так, зачем мне паутины так много? Я не пойму. У меня же ее там и так дома завались просто. Так. Зачем мне паутина? А, сделаю кучу удочек, буду ловить рыбу. А, кстати, может луки на запасе. О, кстати, спавнер. Как хорошо, что я на мирной. Но для вас это не очень хорошо, не очень интересно. Железо. Я там кучу железа не подбирал, мне просто лень было высоко залазить. Кстати, что она тут делает? Опа. Ну, сейчас я тут чуть-чуть полажу. Так, о, рельсы. Хотя зачем они мне нужны? О, сундучок. Ух ты! Шелковое касание. Круто! Отлично. Только вот теперь мне нужно... Так, кстати, я не знаю, как вот пользоваться этими гребаными книжками, я просто не знаю, что с ними надо делать. Пожалуйста, напишите в комментариях, что с ними вообще надо делать. Я не пойму, что с ними делать. Простые книжки, как книжки, только зачарованные. Я не пойму, им ничего, можно мечи зачаровывать. Напишите, пожалуйста, кто-нибудь это в комментариях. Я вообще не пойму, что с ними надо делать. Просто... Не знаю. Может, за место... Опа, или золото. Хотя зачем? Я не понимаю, зачем я вообще даже золото собираю. Оно же бессмысленное. Еще раз извините, что я намеренно играю. Пожалуйста, напишите в комментариях, что с этими гребаными книжками делать. Так. Так. Так, железо куча. Вот скажите, вот когда уже залазите в пещеру, уже как-то даже лень собирать все, что тут лежит. Золото опять. Ну я очень счастливый человек, я могу золото и алмазы... Опа, они мне показалось. Из-за бульков, походу. Мне из-за бульков показалось, что это там алмазы. Черт.
Бульки, успокойтесь. Водичка, успокойся. Бро, успокойся. Блин, у меня уже галлюцинации. Не знаю, как у вас, но у меня галлюцинации. Ладно, я вернусь, когда найду алмаз или еще что-нибудь такое интересненькое. Извините, что я руками снимаю. О, лазурит. Давайте добудем. Из него можно сделать красивый блок. 10-й уровень. О, да, вы мне не поверите. Я все-таки так глубоко копал здесь, копал. И даже не замечал, что просто вот тут вот алмазы. Я просто этого не замечал. Я вам клянусь. Я вот тут просто копал. Я вот просто вот оттуда где-то пришел. Даже вот оттуда где-то рыл тот самый. Вот, просто пришел и начал тут копать. Начал искать алмазы. Я вообще не понял, не заметил, что вот алмазы. Вот теперь. Подпишитесь на мой канал, и будет вам счастье. Вы найдете кучу алмазов. Так, раз, два, три. Четыре алмаза. Это никаких не три, не два, не один. Это 4 алмаза. Так, надо осторожно. Так, надо еще найти чуть-чуть. Ладно, я вернусь к вам, когда снова найду еще что-нибудь чуть-чуть. Или же, когда уже вернусь домой. И я снова с вами. Кемпер, вы мне не поверите, я нашел целых 4 алмаза. Даже никаких там ни один, ни два, ни три, это аж 4. Так, ну что ж. Пока я там побегал, и вообще я играл пока что еще где-то час или пол, скажу вам честно, от этого времени, когда я снимал. Я вот сколько уже успел построить. Да, в принципе, это, по-моему, и было мною построено. Так, и вот. Это я все строил за это время. Ладно, не об этом сейчас. Сейчас давайте сделаем что-нибудь полезное. Черт, лагает. О, отлично, у меня как раз одна палочка. Алмазный меч. Да, круто. Так, а все тут пока лежит. И все же. Дайте на секунду. Нифига себе, у меня где-то почти пак паутины. И пожалуйста, напишите в комментарии, что это за книга. Я не знаю, как ее пользоваться. Я вообще первый раз вижу ее в этой версии. Ну, не первый раз уже, конечно, я еще в креативе на других этих играл, видел, на других картах своих. Пожалуйста, напишите мне, что это за книга. И подпишитесь на мой канал. Лайк и подпись на канал. И тогда я вас научу своей тактике добывания алмазов. И она вообще проста. И поставим на переплавку железо. Кстати, блин, я же истратил все факела на весь угол на факела. Это я все строил только что. Не, вот это я все только что строил, а вот это у меня стояло, и вот эти я подставлял. Да. И мне ровно как раз хватило. Ну что ж, ладно, всем... Подождите. Всем пока, с вами был Кемпер. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И удачного вам вечера.